Чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно работать, в этом году Министерство труда и соцзащиты начало субсидирование затрат работодателей. Связаны они с оснащением специального рабочего места для инвалидов. На эти цели из бюджета выделили 105 миллионов тенге, однако за 7 месяцев этого года было создано всего 72 рабочих места на сумму почти 19 миллионов тенге. Как объясняют в профильном министерстве, работодатели сегодня не заинтересованы в трудоустройстве инвалидов, и даже государственные субсидии для них остаются непривлекательными. По официальной информации, в этом году в центры занятости населения по всему Казахстану обратились почти 11 тысяч инвалидов, из них трудоустроены на постоянные рабочие места более 3 тысяч человек. Краткосрочными курсами охвачены 923 человека, 12 получили микрокредиты на открытие собственного бизнеса. И если в одних сферах социальная поддержка малоэффективна, то вот в других проектах намечаются положительные тенденции. Стало известно, что первые жилищные сертификаты для части взноса по программе 7-20-25 на сумму в 1 миллион тенге начнут выдавать уже в октябре. Об этом сообщили в ипотечной организации «Баспана». Сертификаты смогут получить работники социальной и бюджетной сферы. Это полицейские, врачи и педагоги. Таким образом, местные исполнительные органы выделят не менее 50 миллиардов тенге, чтобы стимулировать людей участвовать в ипотечной кампании. Другим темам. В Национальном банке сообщили о проведении валютных интервенций. Как пояснили финрегуляторы, в сентябре на внутреннем валютном рынке усилились дисбалансы, за которыми последовало ослабление тенге. Для снижения девальвации и для стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк впервые с октября прошлого года провел валютные интервенции. Так, с начала сентября этого года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Нацбанк продал более полумиллиарда долларов США. Доля участия Национального банка в эти дни составила около 80% от общего объема торгов на валютной бирже. Но в целом за этот месяц объем участия финрегулятора в операциях составил всего 13,6%. Впрочем, нестабильная ситуация на валютном рынке не повлияла на автопродажи в Казахстане. Как передает «Капитал», с начала года казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 300 миллиардов тенге. Всего за это время на учет было поставлено почти миллион машин. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, с января по август этого года общие продажи новых автомобилей по Казахстану составили 37 тысяч единиц. Прирост по соотношению к аналогичному периоду 2017 года составил 30%. При этом даже электрокары бьют рекорды. За те же 9 месяцев этого года в Казахстане было зарегистрировано 45 легковых автомобилей на электрической тяге, тогда как в прошлом году их было продано всего 30 штук. Отмечу, самыми популярными у водителей остаются марки российских и корейских производителей. Впрочем, возможно, этот список вскоре пополнит также автомобили от узбекских автопредприятий. Аналог «Харгоса» могут создать Казахстан и Узбекистан. В приграничной зоне, отмечу, за последние годы торговые отношения с Казахстаном пополнили государственную казну на 1,3 миллиарда долларов. Увеличение показателя как раз стало одной из причин, повлиявших на заинтересованность Казахстана и Узбекистана в создании приграничной торговой зоны, которая будет работать по принципам Харгоса. Отмечу, благодаря налаженной торговле с Китаем, которая проходит через этот пограничный контрольный пункт, общий объем товарооборота с Китаем увеличился до 17 миллионов тонн. И в завершении выпуска информация о курсе валют. Среднеизвешенный курс доллара по итогам последних торгов составил 372 тенге 27 тин. Это была вся информация к этому часу. Вера. Спасибо большое. Это были деловые новости от Зарины Весембиной. А мы продолжаем с другими темами через пару секунд.